Арт-лекторий в кино возвращается после полуторагодового перерыва. Саровчан приглашают на премьерный показ фильма «Художники при Персидском дворе». Он представляет собой историю искусства, родившегося при дворе шахов из Канжарской династии. Конец 18-го – начало 20-х веков. Картины дополняют интервью с экспертами, которые погружают зрителя в удивительную эпоху иранской истории, связавшую традицию и современность. Династия, которая правила в то время, когда появились очень серьезные и тесные связи с европейскими и инженерами, и экономикой, да, были связаны страны, прошли уже русско-персидские войны, и с Россией нормализовались отношения. Очень интересный фильм, интересная тема, и мы будем все вместе погружаться и образовываться вот в такие неизвестные уголочки истории искусств. Показ пройдет 19 октября в 18:00. Возрастное ограничение 16+. Арт-лектория в кино – это уникальная возможность прикоснуться к истории искусства в кинозале художественной галереи. Это лучшие документальные фильмы о художниках и направлениях в искусстве. Крупнейшие выставки последнего десятилетия, получившие новую жизнь на большом экране. Все это теперь в новом формате. Благодаря арт-лекторию в кино история искусства становится ближе. 26 октября и 28 нам дали два показа. Мы покажем мюзикл «Норд-Ост», который поставлен по знаменитому произведению Вениамина Каверина «Два капитана». Этот мюзикл получил номинации и несколько премий «Золотой маски» в 2003 году. И сейчас восстановили саму запись и сделали ее в цифровом варианте. Возрастное ограничение 6+. Дополнительную информацию о показах можно узнать по телефону 70294. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.